Что за мотоцикл? Твою мать! Ох, ничего! Мама! Да что ж ты! Скотина, а, блин! Давай, блядь, давайте. О, ёпта! Блядь! Ёбаный в рот! Блядь, там походу... На фильм «Билет в Вегас», а также для... Ой, блядь! Ёб твою мать, блядь! Мужчина четко соблюдает правила движения, переходит по зебре и после того, как убедился, что едущий по правой полосе водитель готов его пропустить. Однако пересечь улицу Щетинкина пострадавший не успел. Его сбило 14-е с номерами соседней Тувы. Удар оказывается достаточно сильным. Однако, по данным городской ГАИ, пострадавший отделался переломом носа, ушибами и ссадинами. Эх ты, ёб твою мать! Ебать! Нихера себе! Охереть, ебать! Ты дурачок, стой! Твои родители денег дали на развод. Вот это жесть. Для детей старше 16 лет. Ай, болит в рот, блядь, пиздец, нахуй. 1 января новые партнеры могут подвести. Однако в этом и будет ваша вина. Так что погибнем тут, брата? Ну вот так же, блядь. Он мог улететь нахуй осторожно. Опа. Осторожно. Да что, блядь? Ну чего, блядь? Ну а хули делать, блядь? Не убили никого. Видел полицейских, я знаю, как они выглядят. У вас специальная одежда. Быстрее надо проезжать. Я маленький человек. Всю жизнь жил и работал в маленьком городе. Не имел дела с полицией. Я испугался. Вы друг Франка? Друг? Не совсем друг. Держи. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
чуть-чуть ударил. Ну да, Мама, я не виновата, ты видела? Уехал, блядь, ты посмотри, а! Мама родная! О, Господи! Тихо, стой, стой, не вылазь! Долбоеба, кусок, блядь! Стой! Мама родная! Блядь! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сейчас что-то будет! Ой, мать! Ой, Господи! Мама дорогая. Не смотрите. Проезжай, Костя. Ой. Дверь у тебя открывается, нет? Не знаю. Открывается? Боже. Выходи, выходи. Быстро. Расслабься, да, еще раз тебе говорю, успокойся. Извините. Все сказки построены на заклинаниях. Есть. Расскажите ребенку, что аффирмация – это те же сказочные заклинания, только более эффективные. Так как он придумывает и произносит их сам. Сука, блядь! Тварь ебаная, чтоб ты сдохла, сука!